нанотехнологии нам сказали делать проект за год. И вот я решил попробовать выжигать. Мне понравилось. И я подумал, что можно заработать на этом. Первые доски и подставки под горячее, то есть он продал моей коллеге на работе все 5 штук, она сразу забрала. То есть ей надо в деревне было и дома. И она сразу забрала, и он понял, что это можно делать и зарабатывать на этом деньги. Для поездки в Москву было ориентировочно нужно нам 15 тысяч. К сожалению, таких денег у нас не нашлось, поэтому он решил, что можно таким образом заработать, монетизировать, и заработал. Это, можно сказать, очень круто, и действительно, то есть даже я в своей в такие годы имел всего лишь синий пояс, так что у него уже зеленый, то есть он опережает тренера, можно сказать, намного.